Николаевич сыграет своих динозавриков с камушками. Он хочет... А давай, может, построим каменную крепость или каменную стену? Давай. Пускай нам динозаврики будут помогать. Поднимай их. Поднимай. Всех поднимай динозавров. Да, давай. Смотри, крепость строить очень легко. Вначале нужно взять пошире камушки, так вот их расположить. Сейчас мы имеем каменный дом. Теперь сверху другие камушки. Они тоже плоские. Так. 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 Ребята, а вы напишите в комментариях, вам вообще нравится строить на море песчаные дома или крепости из камушков? Нам очень нравится это делать, да? А где у нас будет вход? Давай тут у нас будет вход. Наша пещера. Так. Давай еще. Это кто первый в наше жилище зайдет? Давай вот, вот спалится идет. Динозавр спалится, да? Пойду зайду. А как мне задним ходом заезжать туда или передом? Ой, как здесь классно, тепло, так хорошо. Все не поместятся. Все не поместятся? Они будут по очереди, значит. Давай. Всем дом нужно построить, да? Ну, давай сейчас всем дом построим. Давай. Давай пошире, чтобы всем повесили. Давай. Ну вот мы и построили дом для всех наших динозавриков. Лучше всего жить, конечно, в каменном доме, потому что он теплее и прочнее, чем соломин, да? Вот мы сейчас... Да. Да, у нас домик тут из соломенной хижины. Домик из соломы, точнее. И вот мы здесь решили для динозавров построить хороший дом. Тиранозаврик, тебе нравится? Да, мне очень нравится. Ой, только тут, конечно, надо очень аккуратно, чтобы не разрушить этот дом. Хорошо. А еще я хочу, чтобы Николаев рассказал динозавриков, как правильно плавать дельфинами. Ведь мы скоро пойдем плавать с дельфинчиками, а Николаев уже знает, как правильно плавать с дельфинами, да? Да. Расскажи, как правильно плавать, за что можно держаться? Вот возьми дельфинчик. Да, расскажи, вот как... Вот так вот надо держать. Замочком, да, ребята? Вот если вы вдруг будете плавать на дельфинчике или к вам он плывет на море, то знаете, что нужно аккуратненько плыть. За что еще можно брать себе дельфинчик? Боковые плавнички. Скажи, а куда ручку нельзя ставить? Глазки нельзя. Глазки нельзя, да. Правильно. Так что, ребят, не надо. Вот. Но вообще дельфины, они очень милые, они очень любят деток. Ну ладно, говори всем пока. Всем пока, дорогие друзья. А мы пошли дальше играть с нашими динозаврами и с дельфинчиками. И кем еще? И... Кто у нас в бутылке сидит? Рогатшельник! Да. Маши, ребятам, клешня. Клешня.